Что если подставить игрока и написать жалобу админам? Давайте проверять. Ко мне человек садится. Ну и сейчас все начнется. Сэр, вы попали в программу такси. Дайте ответ на один мой вопрос и получите 10 миллионов. Давайте. Волосатая головка за щеку заходит ловко. Что это? Зубная щетка? Да, вы победили. Ну и 10 миллионов даю ему. О, спасибо большое. Рано радуешься, чувачок. Возвращай мне 10 миллионов и сверху еще 5 миллионов. Чего? Че слышал? Или я напишу админу, что ты меня обманул. И получишь бан аккаунта. Чел, серьезно, че за развод? Все, пишу админом. Стой! Давай 11 хотя бы! 12,5 миллионов и по рукам. Он мне 12,5 миллионов дает! По сути, он повелся на развод на этот дурацкий. Дальше я опять подошел к рандомному человеку и дал этому человеку 10 миллионов. Спасибо большое. Ну что, возвращай мне 10 миллионов мои и сверху еще 5 миллионов. Че слышал? Или я пишу админам, что ты меня обманул? Пиши. Меня обманул человек на 10 миллионов. Разберитесь, пожалуйста. О, админ телепортировался. А что было дальше, переходите на канал и смотрите продолжение. Ну и играйте вместе со мной на Аризоне РП.